Какие образы, друзья, навевает вам фраза «уютный дом»? Ну вот сейчас кто-то задумался о трехэтажных особняках с террасами, зимним садом, камином. Ну а кто-то просто вспоминает, как было уютно в гостях у бабушки. Да, современные правила уюта диктуют поправки не только эстетические, но и профилактические. Предлагаю поговорить о воздухе. Если хотите, чтобы ваши дети не страдали лор-заболеваниями, а комнаты дарили атмосферу настоящих Альп, выбирайте увлажнители. Сейчас на рынке увлажнителей воздуха огромный ассортимент. Разобраться в нем поможем прямо сейчас. У вас першит в горле, комнатные цветы вянут, мебель рассыхается, музыкальные инструменты расстраиваются. Вы думаете, это Армагеддон? Нет, это просто пониженная влажность. Как с этим бороться, мы спросим у эксперта, у Алексея Виноградова. Привет, Алексей. Привет, Сергей. Существует огромное количество увлажнителей воздуха. Наиболее распространены ультразвуковые. Вот для примера. Простенький увлажнитель, который работает примерно так. Включаем. И сразу пошел из него все, пар. Все верно. Другой вид – тепловентилятор, который немного сушит, утапливает и заодно увлажняет. То есть две функции в одном – обогрел, увлажнил. Там стоит мембрана, которая с частотой ультразвука расщепляет воду, и вот эта вода под микроскопическими капельками распространяется по всей вашей комнате. Единственное, что хочу сказать – такого прибора на всю квартиру не хватит. Нужно рассматривать один прибор на одну комнату. Алексей, скажи, а можно как-то корректировать, насколько увлажнен будет воздух в квартире? Да, конечно. То есть существуют увлажнители, у которых встроены уже гигрометры, и они сами включаются, сами выключаются в зависимости от выставленной влажности воздуха. Данная модель работает, пока есть вода или пока вы решите его отключить. Существует, например, вот электронный гидростат, который включается в розетку, и прибор. Выставляется влажность, все. Когда нужно, когда влажность низкая, он включится. Когда влажность достаточная, он выключится и не будет вас беспокоить. Можно вручную, просто самый простенький. Вот механический гидростат, который покажет влажность. Вот сейчас 40% влажность. Алексей, еще знаю, что помимо простого увлажнителя бывают аппараты, которые воздух моют. Специально для очистки воздуха существуют мойки воздуха. Это те же самые увлажнители, но которые еще через водяные фильтры прогоняют воздух, очищают их от всех болезнетворных бактерий, от всей пыли и выпускают уже чистый увлажненный воздух. А будет достаточно одной мойки для всей квартиры или тоже нужно в каждую комнату? Как и любой увлажнитель воздуха, как любой прибор, его нужно рассчитывать отдельно на каждую комнату. Хотите, чтобы в доме была атмосфера тропического уюта? Выбирайте правильно увлажнитель воздуха. Это были «Мужики с руками».